Всем привет! 20 сентября, раннее утро, и я на Печенежском водохранилище. Ну, не раннее утро, уже утро. Сегодня буду ловить на дальний заброс, так называемый. Прижилось это название наших рыболовов. Оснащенный методной кормушкой весом 50 грамм. И одним крючком. Также буду ловить еще на фидер. Сейчас заброшу дальний заброс, потом буду заниматься фидером. Так, что я взял для прикормки? Я взял фидер метод. Чемпион Grand Buy из компании Fishing Roy. И дома сварил кашку. Разварил горох и добавил туда пшеничной сечки. Ячневый артек, короче говоря. Сейчас сразу замешивать много не будем. Ароматизация прилично. Крупная фракция и так, и горох тут есть. А крючок буду вешать пенопласт, как и в прошлый раз. Для начала достаточно. Увлажать не буду, буду ее в кашу. Кашу добавлю, размешаю. Гибкая прикормка, которую буду забивать методную кормушку. Говорят, для леща надо светлая, чтобы была прикормка. Были огромные надежды на этот сезон ловли карпа на реке, но ничего не получилось. Для этого я взял два удилища, телескопические карповые удилища Аурас длиной 3,60, тестом 3,5 лб. Для меня телескопическое удилище вполне устраивает, потому что я своим ходом без автомобиля добираюсь на рыбалку. Компактность для меня в приоритете. Для ловняка 50 грамм кормушка и корм, то что надо. Кольца, чтобы сам попали. Катушка Сахара 4000-ная. 4000-ная. Шнур 0,15 диаметром и шут лидер 0,25. Забиваем кормушку. Прошлая рыбалка показала пенопласт с запахом меда, ароматизированный. Сейчас мы его средний шарик достанем. На крючок насадим. Жало должно быть открыто. Насадочка. Сейчас будем забрасывать. Крючок прилепим тут вот по центру, чтобы не перехлестнулся.
Дело в том, что я забыл сигнализатор. Такой свингер дома. Такое бывает. И обычную веточку. Взял палочку. Повесил машину. Посмотрим, что будет. Так. Также буду ловить на фидер. Для прикормки. Для фидерной прикормки я взял фидер 10. Две пачки. И также меласа и сироп слива. Уже неплохо себя все это зарекомендовало. Буду увлажнять водой, а это добавлять в воду. Была поклевка, выжрала прикормку на классном месте. Это да. Сейчас наберет плаги прикормка, готовим фидер. Посмотрим, что будет. Маркиным грузом дно пробивать не буду, я здесь знаю. Я знаю, на комфортной дистанции заброса свал. Там буйки за свалом. Кто-то них не добрасывает. Там буду ловить за свалом. Я уже кормушку 40 грамм, поводок уже привязал метровый. Аджеринг номер 2. Сейчас насажим опарыш. Делаем запрос. Настроения ловить большого нет. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. На 14.
5-6 метров глубина. Потому что 40 грамм с коном достигает. А посмотрим, что там у нас с рыбой. В боковом ветре с разной силы. Очень сложно точно бросать. Тут то рыб, тут. На ветер сделала. Совсем в другую сторону полетела. В общем, сейчас бы забросов 15 сделать, 10. Чтобы 10 забросов сделать, как можно точнее на эту дистанцию. Посмотрим, что будет. Паузу сделал, на камеру выключил. И та, наверное, светила. Она слишком пузатая. Слишком она пузатая. Ладно, об этом весна бы, зима. Что-то есть.
Такая же густера. Потяжка какая. Что прикормил, дело дает. Сопротивление сильное. В общем, рыба там кишит для прикормки. Вот так вот даже зацепилась. Подлечь. Устирал. Thank you.
общем, дорогие друзья, рыбалка подходит к финалу. Такой вот подвесчик на фидер. Ну, фидер сегодня лучше сработал, чем дальняк. Хоть и на дальняк были поклевки. Ну, в общем, на фидере работало 3-4-5 опарышей. Вестера жрал мотыль, ничего не помогал. Вот так вот подвесчик. Ща, конечно, нет. Ну что, дорогие друзья, рыбалка подходит к финалу. В общем, я доволен. Поклевывала рыба. Конечно, густера. Мелкая густера покоя не давала. Обжирала опарыша. Капризно клевала. Ну, подлещики попадались. И густера более-менее тоже. Ладно, всем мира и добра. Будет еще рыбалки. Все, всем пока.